Спасибо. Ну, добрый день, прежде всего. Значит, я хочу вам рассказать про работу трех ученых японского происхождения и работу, которая, в общем-то, была выполнена в Японии. Нобелевская работа. Вот, значит, эти трое не переключаются. Где у вас? А, тут начало работать. Вот это, значит, трое ученых. Это прежде всего Исамо Акасаки, это профессор университета из Нагоя, из Японии. Его аспирант, бывший, теперь уже тоже профессор, Хироши Амано. Вместе они выполнили очень заметную часть работы, за которую была присуждена Нобелевская премия. И Шуя Накамура, который, значит, сейчас сотрудник университета в Калифорнии, в Санта-Барбаре, в США, но он свою Нобелевскую работу выполнил, будучи сотрудником японской компании Nichia Chemical Industries, которая располагается в Токушиме, тоже в Японии. Ну вот, и здесь я списал с сайта Нобелевского комитета вот формулировку, за что. Есть по-английски, а здесь я ее так постарался как можно ближе к тексту перевести. Формулировка гласит, что Нобелевская премия была присуждена за изобретение нового эффективного экологического источника света, синего светодиода. В духе Альфреда Нобеля премия присуждается за изобретение, принесшее наибольшую пользу человечеству. Используя синие светодиоды, можно создавать источники белого света новым способом. С созданием светодиодных ламп мы сейчас более... ну вот здесь пропущено одно слово. Мы сейчас обладаем более долговечными и более эффективными источниками света по сравнению с ранее использовавшимися. Ну вот теперь давайте посмотрим, что же это такое. Вот это портреты трех японских физиков. Вот это Акасаки. Нетрудно посчитать, что ему далеко за 80. Это Хироши Амано. Ему всего лишь, сколько, вот посчитайте, там, 54 года. И 60 лет ровно исполняется Шуджи Накамуре. Ну вот, а теперь, прежде чем перейти к Нобелевской работе, я хотел бы вам немного рассказать о истории о создании светодиода. Вообще, она очень интересная и поучительная, местами даже трагичная история создания этого прибора. Ну вот, впервые обнаружил свечение при пропускании тока через полупроводник ассистент Маркони. Это Генри Джозеф Раунд, который впоследствии тоже стал профессором, работая в Великобритании. Он, значит, в 1907 году, пропуская свет, не свет, а ток через карборунд, это фактически СиЦ, карбид кремний теперь называется. Зачем он стал через него пропускать ток? По очень простой причине. Для радиотехники нужны были детекторы. А хорошо было известно, что контакт металла с полупроводниками, он обладает выпрямляющими свойствами, то есть может служить для детектирования радиосигнала. Вот он, его интересовало детектирование. Но при работе с детектором он обратил внимание, что в месте контакта возникает желтоватое свечение карборунда. Вот он брал карборунд, втыкал туда вольфрамовую проволочку и видел, что какое напряжение бы он ни подал, и обратное или прямое, всегда наблюдалось свечение. Ну, правда, при разных напряжениях, в зависимости от знака его. Вот, по этому поводу он написал коротенькую заметочку, буквально два абзаца в журнал, сказал о том, что это излучение не связано с нагревом полупроводника, то есть оно носит не тепловой характер. Вот. А природа мне его неизвестна, и я был бы очень благодарен, если кто-то вот мне сумел бы объяснить. После этого работа фактически, то есть это вот это замечание, она была забыта благополучно, и только вот в 1923 году вот наш соотечественник Олег Владимирович Лосев, который работает вот здесь, недалеко, в Нижегородской лаборатории, значит, фактически переоткрыл это явление. Ему было всего лишь 20 лет. У него не было высшего образования. Он работал ассистентом вот в Нижегородской радиолаборатории. Но человек был очень-очень талантливый и очень преданный науке. Фактически, ведя полуголодное существование, он, так сказать, вот занимался с большим энтузиазмом исследования свойств полупроводников. Вот он переоткрыл это явление, значит, но он, в отличие от Раунда, он исследовал его очень детально. И он почти вплотную подошел к объяснению наблюдения этого явления.
то есть физической природы, но не дал его. Значит, на что обратил внимание Лосев? Он тоже занимался детекторами и тоже обратил внимание, что возникает свечение. Причем он обратил внимание, что если подаете прямое напряжение, то есть когда сопротивление маленькое контакта, то значит, свечение возникает при небольших напряжениях. А вот если обратное подается напряжение, то свечение возникает при существенно больших приложенных напряжениях. Вот. И он поэтому эти два разных свечения назвал свечениями первого и второго типа. Потом он обратил внимание на то, что свечение возникает не в самом контакте металла с полупроводником, а оно на самом деле возникает на границе двух областей полупроводника разного цвета. Он был человек очень внимательный, изучая свечение под микроскопом, обратил внимание на то, что поверхность кристалла она обладает немножко другим цветом по сравнению с основной толщей кристалла. И вот оказывается, свечение возникало на границе. Он очень детально значит, изучил область свечения, спектральные характеристики фактически, и вплотную определил, что вот области разного цвета вот этого полупроводника корунда, они обладают разным сопротивлением. Вот, и говорит, что вот, но он тогда не знал, что значит, это фактически тот же самый кристалл, но легирован разными примесями. Вот теперь говорят, это N и P тип. У него был PN-переход. Тогда он не знал, что это PN-переход. Вот, но тем не менее он вплотную подошел, так сказать, к этому. Решающее объяснение, которое сейчас общепринято, было сделано только вот, спустя довольно-таки большой промежуток времени. Это было сделано тоже человеком с очень необычной судьбой. Это вот Леговец, Курт Леговец. Значит, а вот Лосев во время войны, значит, продолжая изучать свойства полупроводников, он погиб в блокадном Ленинграде от дистрофии, от голода фактически. У него масса блестящих работ, значит, но, к сожалению, вот жизнь его трагически закончилась во время войны. А вот этот Курт Леговец, человек вот тоже очень необычной судьбы. У него, значит, родители, мать у него немка, а отец чех, он из Праги. И он вообще в составе вермахта воевал на Восточном фронте 2 года. Потом был отправлен в Прагу для того, чтобы заниматься детекторами, опять полупроводниковыми. Это было интересно немцам для цели радиолокации. Значит, после того, как наши освободили Прагу, значит, этот человек остался в ней и жил там до 1947 года, после чего на велосипеде уехал в Западный Берлин. И в 1947 году из Западного Берлина американцы его по программе «Скрепка» перевели в Соединенные Штаты Америки. Это программа сбора всех ученых, ну, сколь-нибудь заметных из Германии и перевоза их в Америку. И вот этот человек, будучи уже специалистом физики полупроводников, а к тому времени, значит, когда он сделал эту работу по объяснению работы вот, свечения полупроводникового ПН-перехода, фактически уже ПН-переход был открыт, сделал его описание Шокли, и тогда люди уже очень хорошо понимали физику этого явления. Так вот, этот Курт Леговец, он, значит, объяснил, как работает светодиод, почему он светится. Ну, я чуть позднее, значит, подробнее об этом расскажу. Вот давайте теперь я чуть подробнее для неспециалистов постараюсь вам рассказать, как работает этот прибор. Значит, дело в том, что из школьного курса известно, что атомы, они, значит, обладают уровнями. То есть электроны в атоме не могут иметь произвольную энергию, они располагаются на определенных уровнях энергии. То есть энергия электрона в атоме, она может принимать только дискретный ряд значений. Вот самая большая энергия, то есть говорят электронная оболочка, вот самая большая энергия, да, внешняя электронная оболочка обладает, она называется валентной, там находится валентный электрон. Это те электроны, которые атом готов там, отдавать или принимать в химических реакциях, внешние электроны. Вот если атомы составить вместе, образовать из них кристалл, то тогда вот этот валентный уровень, он размывается в валентную зону. А вот кроме заполненных уровней у электронов, есть еще пустые, говорят, возбужденные уровни. Они пустые. Когда образуется кристалл, эти пустые уровни тоже образуют зону. Это некий интервал энергии. Вот та зона, которая произошла из валентных электронов, она называется обычно в полупроводниках валентной зоной. А вот следующая зона, которая пуста, где нет электронов, она называется зоной проводимости. В
полупроводниках зона проводимости и валентная, они разделены щелью энергетической. То есть она называется запрещенной зоной. Ну и вот здесь я схематически изобразил. Вот смотрите, вот здесь, значит, эта энергия сюда отсчитывается. Здесь область, значит, зона проводимости, здесь валентная зона. Значит, в полупроводниках их можно легировать, то есть можно добавлять вместо родных атомов какие-то атомы примеси. Если атомы примеси обладают большим количеством электронов по сравнению с родными атомами, тогда такая примесь отдает электроны кристаллу. Валентная зона вся заполнена, поэтому такие электроны попадают в зону проводимости. Вот процесс легирования, то есть процесс введения дополнительных примесей в полупроводник, он называется легирование. Вот те примеси, которые способны отдавать кристаллу электрон, называются донорами. А такой кристалл, где есть доноры, он называется полупроводником N-типа. Почему N-типа? Потому что от слова негатив они несут отрицательный заряд электрона. И вот в таком полупроводнике появляются электроны в зоне проводимости. Но можно полупроводник легировать примесью, у которой количество электронов меньше, чем у родных электронов кристалла. Такому атому не хватает электронов для того, чтобы образовать валентные связи, и он захватывает их из валентной зоны. В валентной зоне образуются пустые места. Вот, оказывается, их очень удобно описывать не просто как пустые места, а как дырки, вот новые квазичастицы, дырка. Вот я здесь их нарисовал. Вот как устроен ПН-переход? ПН-переход – это очень простая вещь. Это полупроводник, одна часть которого легирована акцепторами, а вторая – донорами. Образуется ПН-переход, так называемый. Да? Значит, в результате того, что с одной стороны есть электроны, а с другой стороны есть дырки, образуется в месте ПН-перехода образуется электрическое поле, контактная разность потенциала. Вот, ну вот здесь я ее изобразил, это потенциальная энергия электрона на дне зоны проводимости, а это вот потенциальная энергия электрона на потолке валентной зоны. Значит, и вот что происходит, когда пропускается ток через ПН-переход? А происходит следующее, смотрите, вот электроны из N-области начинают течь в P-область. А дырки из N-области, то есть из P-области начинают течь в N-область. Вот в месте ПН-перехода есть и электроны, и дырки. И в этом месте электроны могут падать из зоны проводимости на пустые места валентной зоны. При этом излучается свет. Но это не единственный способ, каким могут электроны падать отсюда-сюда. Вообще говоря, они свою энергию могут отдать не обязательно излучению. Они могут отдать его и колебаниям решетки. Тогда, значит, в тепло переходит энергия электрона при этом. Вот таким образом, Леговец объяснил свечение ПН-перехода при подаче на него прямого напряжения инжекцией носителей. Рекомбинация фактически в ПН-переходе. В результате этого, значит, происходит свечение полупроводника. Теперь возникает вопрос. Ну вот я здесь нарисовал, вот, да? Этот ПН-переход схематически, вот так приложено напряжение, и вот так выходит свет. Теперь, какую длину свет можно получать из полупроводников? Вот хорошо известно, что светится замечательно полупроводники типа арсенида галлия, А3Б5. Вот потому что они, как говорят физики, занимающиеся полупроводниками, они прямозонные. Вот кремние и германия не прямозонные полупроводники, и они светятся не очень хорошо. Вот, а светятся хорошо прямозонные полупроводники. Ну, давайте не буду объяснять, что это такое. Это некие тонкости. А вот давайте посмотрим, какой свет могут излучать полупроводники. Вот хорошо известно, что арсенид галлия, первые эффективные светодиоды были созданы именно, и полупроводниковый лазер был создан именно на арсениде галлия, а он светится в районе 0,9, где-то 0,8 до 0,9 микрона длина волны. Это свет невидимый. Это ближний инфракрасный диапазон. Вот. Светиться в видимом диапазоне может индиан, но технология этого полупроводника не очень хорошо разработана. И вот большая группа полупроводников А2Б6. Ну и вот эти вот тоже галлий-П. Галлий-П и галлий-арсенид. Вот если в арсенид галлия добавлять фосфор, то тогда можно добиться того, чтобы этот полупроводник светился красным и даже желтым светом. И такие светодиоды были сделаны еще в середине 60-х годов и использовались... Ну вот в калькуляторах, может быть, кто-нибудь, у кого-нибудь раньше были калькуляторы, и в часах со светодиодами. Вот, но светодиодов с зеленым свечением и синим не было. А чем хороши светодиоды с синим свечением? Дело в том, что если вы имеете светодиод синего цвета, то из него можно фактически организовать с помощью люминофоров излучение любого света.
Потому что, освещая таким светодиодом люминофор, можно увеличить длину волны. Люминофор никогда не укорачивает длину волны, ну почти никогда не укорачивает длину волны, а вот удлинять ее совершенно спокойно. То есть, если вы светите на люминофор специально подобранный синим светом, вы можете получить желтый, зеленый или даже красный свет. Таким образом, имея всего лишь один синий светодиод, можно сделать фактически источник света любой длины волны видимого диапазона. Вот это очень здорово. Но, к сожалению, попытки создания таких источников света вот на основе соединения А2Б6 не венчались успехом. Да? Ну, по ряду причин, которых я сейчас не буду касаться. Вот. Есть еще одна важная вещь, связанная с эффективностью работы этого прибора. Она состоит в том, что для того, чтобы электрон излучал как можно больше света, а не отдавал свою энергию, говорят, при рекомбинации, да, когда он прыгает из зоны проводимости валентной в тепло, необходимо, чтобы электрон не убегал далеко от ПН-перехода. Вот для того, чтобы он, и дырки тоже там скапливались в районе ПН-перехода. Вот для того, чтобы это сделать, еще в начале 60-х годов Жарисом Ивановичем Алфьеровым вместе с Казариновым, у них был предложен патент, они предложили, и независимо от них Крёмер, предложили для этих целей вот использовать не обычный полупроводник, а так называемый гетеропереход. То есть, когда вот имеется два полупроводника, у одного ширина запрещенной зоны большая, вот я здесь ее показываю, да, а между вот такими полупроводниками с большой шириной запрещенной зоны вставлен полупроводник с узкой запрещенной зоной. Зачем это нужно? Это нужно вот зачем. Смотрите, такой полупроводник, он представляет из себя потенциальную яму, как для электронов, так и для дырок. И поэтому в этом месте, в узкозонном полупроводнике, скапливается большое количество электронов и дырок. А чем их больше, тем выше вероятность того, что при рекомбинации они спустят свет. Но это хорошо известно просто из физики полупроводников. Чем выше концентрация, тем больше свет можно получить. Вот теперь давайте я расскажу о развитии вот технологии вот этого материала, гален. Ну вот все-таки надо сказать, что до развития технологии полупроводника галлий-Н были прекрасно развиты технологии кремния. Сейчас кремниевая технология является самой-самой хорошо развитой полупроводниковой технологией. Поэтому примерно более 90% рынка занимают полупроводникового рынка занимают полупроводники, изготовленные на кремнии. Вот дальше была очень хорошо развита технология материалов на основе арсенида галлия. Это почти все вот светодиоды, все лазерные линейки, лазерные проигрыватели. Это все технологии на основе арсенида галлия. Вот. Проблема с галлием стояла в том, что этот материал был очень капризный. Так сказать. К нему очень-очень тяжело было подступиться. Вот. Но люди из Америки, вероятно, вот Титьен, впервые им начали заниматься Маруско и Титьен. Вот Титьен это был руководитель, а это был сотрудник. Титьен хотел сделать телевизор на светодиодах. Вот. Этот телевизор еще до сих пор не создан, но вот Титьен уговорил Маруско заняться созданием галлия. Они в качестве подложки, всегда полупроводник растет на подложке какой-то, они выбрали кристалл сапфира. Между кристаллом сапфира и галлием довольно большая разница в расстояниях между атомами. Это расстояние отличается примерно на 14%. Это очень-очень плохо для качества кристалла. Поэтому первые кристаллы, которые они получали, они были с трещинами. Там было огромное количество дефектов. И они обладали довольно низким качеством. Вот. Ну, значит, он выращивал его с помощью такой реакции. Вот. Вторая трудность была с легированием, акцепторами, про которые я говорил. Им не удавалось легировать акцепторами. Получалась очень большая невоспроизводимость. А это означает, что если вы не умеете легировать акцепторами, ПН-переход создать нельзя. Легирование донорами можно, N-тип получается, а легирование акцепторами нельзя. Значит, они попробовали несколько способов и разных материалов. Цинк, магния. Получалась либо очень большая невоспроизводимость, либо вместо полупроводника P-типа получался фактически изолятор. Ну вот, следующий шаг был сделан вот японской группой, о ней я чуть-чуть подробнее расскажу. Значит, да, вот я сначала хочу вам показать вот портрет этого Маруски. Но тем не менее, первые свечения на своих низкокачественных образцах, голубое, они заметили. У них был, иногда получались случайные ПН-переходы невоспроизводимые, и они видели слабые-слабые свечения. Причем
Значит, примерно несколько тысячных частей электрона, которые вот при рекомбинации, всего лишь несколько тысячных излучали свет, остальное все уходило в тепло. То есть говорят, вот, внутренний квантовый выход – это число квантов света, которое получается по отношению к числу перескоков электронов из зоны проводимости валентное. Он был очень-очень низкий, прибор был очень низкого качества. Вот дальше этот человек для того, чтобы не попасть, Маруско, на Вьетнамскую войну, он должен был защищать ученую степень, а в Америке принято защищать ученую степень в другом университете по сравнению с тем, где была выполнена работа. Поэтому он был вынужден уехать и какое-то время заниматься вот своей диссертацией и отошел. В это время в эту фирму, где занимался Галлен, вернулся известный человек в оптике и физике полупроводников, это Панков, тоже который бывший наш соотечественник. И вот под его руководством были сделаны первые светодиоды на галлен, но фактически это были структуры металл, диэлектрик, полупроводник N-типа. То есть не было полноценного N-перехода. Поэтому качество было их очень плохое, и светились они очень-очень плохо. Говорят, квантовый выход был, квантовая эффективность внутренняя была всего лишь доля процента. Вот. Теперь я хочу вернуться опять к японской группе. Значит, следующий шаг вот был уже сделан в Японии фактически, в технологии. Это уже были 80-е годы. Это, значит, вот группа Акасаки, да, вот видите, его аспирант, там его еще один аспирант. Вот они что сделали? Они фактически сделали две вещи, очень важные вещи. Значит, они обратили внимание на следующее обстоятельство, что если на подложке сапфира растить не сразу галлен, а растить алюминий N, но при температуре низкой, там порядка 200 градусов, а не высокая, при которой растет сам кристалл галлен, да, тогда, а он растет там при температуре порядка 800 градусов, да, тогда получается, что качество кристалла, выросшее, вот этот слой алюминия N, он называется подслоем, да, или буферным слоем, получается существенно выше, там никаких трещин нет. Количество дислокации еще очень большое, но трещин нет. Качество кристалла резко увеличивается. Это первое, так сказать, их большое достижение. Второе достижение стояло в том, что они обратили внимание, что если кристалл, легированный акцепторами, значит, облучить электронами, тогда получается полупроводник по типу воспроизводимый. Вот. Оказалось впоследствии, что облучение электронами, оно просто проводилось в вакууме. Вероятно, они это заметили случайно, исследуя образцы в электронном микроскопе. Вот, а в вакууме, когда вы облучаете электронами полупроводник, он нагревается. В силу того, что он нагревается, из него идет диффузия водорода. Дело в том, что в силу условий роста, вот оказывается, потом люди разобрались, в чем дело было. Значит, в силу условий роста всегда там много водорода. И вот этот водород, он пассивировал акцепторы, он не давал им проявлять акцепторные свойства. Если нагреть образец просто в атмосфере азота или в вакууме, этот водород выходит, и полупроводник, легированный акцепторами, становится P-типа. То есть тем самым люди, вот эта группа японская, она открыла путь для воспроизводимого создания P-типа. Фактически для того, чтобы воспроизводимо создавать PN-переход. Фактически то, что нужно для создания полноценного светодиода. И с этого момента, начался бурный рост вот, публикаций в этом отношении, бурный прогресс в этой области. Ну вот здесь я хотел показать вольтамперные характеристики типичные. Да, вот, А – это для структуры, которая выращена с нормальным PN-переходом, а Б – это вот для вот той первой структуры, когда металл, диэлектрик и полупроводник. И вот смотрите, как разительно отличается. Вот здесь, а здесь электролюминесценция. Здесь интенсивность света в зависимости от длины волны. Вот смотрите, это первая структура Б, которая вот, типа панков, который использовал. А это вот структура с хорошим PN-переходом. Видите, насколько порядков отличается мощность. Ну, как устроен этот светодиод? Он устроен очень просто. Вот видите, в первых их работах. Вот есть подложка сапфира, есть, полупроводник N-типа галлен, да?
Дальше идет слой P-типа, к нему контакт сделан, сбоку сделан контакт к N-типу, вот обычный план-переход. Вот, и эта структура светится, вот сбоку, например, можно наблюдать свечение. Вот, теперь, что сделал Накамура, да, прорыв Накамура. Ну, во-первых, Накамура заметил про то, что совершенно не обязательно для того, чтобы активировать акцепторы, нужно облучать электронами образец, а можно вполне воспользоваться просто отжигом, разогревом в атмосфере азота, и при этом получается прекрасный эпотип. Второе, он обратил внимание, что в качестве буфера совсем не обязательно использовать алюминий N, а можно использовать высокотемпературный галлий. Вот, наконец, он разработал технологии выращивания квантовых ям на галлий-N. Вот я хочу обратить внимание, что на самом деле первые образцы вот квантовые ямы, это что такое квантовые ямы? Это очень узкий, узкозонный полупроводник, очень маленькой толщины. При этом, вот он толщина которых порядка 100 ангстрем. Вот она называется квантовая яма. Если в светодиоде или лазере используется квантовая яма, тогда эффективность обычно таких устройств резко повышается. И, значит, Накамура создал первый голубой лазер, работающий в непрерывном режиме. Надо отметить, что первый лазер, работающий в импульсном режиме, и вообще первый голубой лазер, был создан на полупроводниках, был создан все-таки в группе Акасаки. Но они не сумели по качеству продвинуться слишком далеко, и поэтому у них лазер при комнатной температуре работал только в импульсном режиме. А для коммерческого использования лазеров нужно обязательно, чтобы он работал не просто в непрерывном режиме, а еще работал в непрерывном режиме не менее 10 тысяч часов. Так вот, этих результатов сумел добиться Накамура. Он добился, что время жизни такого лазера 10 тысяч часов. Ну и вот примерно с середины 90-х годов начался коммерческий выпуск этих приборов. Ну вот для того, чтобы подтвердить свои слова, я могу привести картинку из одной из статей Акасаки, где он анализирует развитие технологии галлий-N. Вот смотрите, это количество статей, это года. Вот видите, количество статей примерно по данному предмету, ну где-то несколько десятков было, до примерно работ группы Акасаки и Накамура. А после него, смотрите, здесь логарифмическая шкала, пошел резко экспоненциальный рост. Люди поняли, что прорыв сделан, и можно развивать эту технологию. А здесь вот на этой картинке я нарисовал, я взял картинку из этой же работы. Значит, смотрите, как росла эффективность, квантовая эффективность приборов. Вот до работ вот, Нобелевских лауреатов она, видите, составляла меньше 1%. А вот где-то уже к 2000 году она приближалась к 20%. А современные светодиоды синие, они обладают внутренним квантовым выходом где-то 50-60%. Это очень хорошие приборы, хорошо светящиеся. Ну вот, что из себя представляет галлий-N? Ну вот, здесь вам фотографию привел, кристаллы галлий-N. Это кристалл двухосный. Ну вот, пиролитический. Что это означает, пиролитический? Это означает, что в нем вот эти вот два направления, направление вверх и направление вниз, они не эквивалентны. И поэтому в результате этого в таком кристалле возникает, говорят, встроенная электрическая поляризация. В результате этого в нем возникают очень сильные электрические поля внутри кристалла, если нет носителей там. Эти поля могут достигать значений порядка 10 в 6 вольт на сантиметр. Это очень большие поля. Это вот особенность такая этого кристалла. Кроме того, он обладает очень еще большими, сильными пьезоэлектрическими свойствами. То есть он пьезоэлектрик сильный. Ну, давайте я этот слайд пропущу. Теперь я вам покажу картинки. Значит, вот как устроены современные светодиоды на галлий-N, да? Вот эта картинка вот видна. Значит, можно на нем устроить белый светодиод, да? Вообще говоря, существует две основных конструкции светодиода. Это когда он составной, то есть вы когда берете три светодиода разного цвета, там синий, зеленый, например, красный, и составляете их близко друг к другу, это составной. Но это очень дорого, сейчас обычно так не делают. Проще всего нанести люминофор на синий светодиод, такой, который светится таким образом, что смешение цветов люминофора и синего диода дает вам белый свет. Ну вот как устроен такой диод? Вот здесь он нарисован у меня схематически, конструкция этого светодиода. Вот этот теплоотвод, он располагается в теплоотводе. Вот этот вот галлий-N, активный кристалл.
Значит, к нему подводятся провода, а здесь вот находится сверху люминофор. Ну и вот современные лампы, которые используют такой светодиод, или там на самом деле их несколько, вот она выглядит, ну, примерно следующим образом. На самом деле сейчас существует огромное количество таких конструкций, они продаются в магазинах, там стоят порядка 1000 рублей, и, вероятно, чем они хороши? Они хороши тем, что по сравнению с вот лампами вот этими, они хороши тем, что там нет ртути, это экологически чистые устройства. Во-вторых, они работают намного дольше. Характерное время жизни такого светодиода или время работы – это от 30 до 50 тысяч часов. То есть он может несколько лет, ну, в году примерно 9 тысяч часов, то есть он может там работать непрерывно там несколько лет. Вот. Но для того, чтобы лампа работала хорошо, нужно не только, чтобы диод работал долго, но нужно, чтобы еще и блок питания к нему работал долго, был приспособлен к колебаниям напряжения сети. Вот, поэтому блок питания должен быть высококачественный. Чем он еще хорош? У него еще КПД, вообще говоря, тоже несколько выше, но не очень сильно, но все-таки выше, чем у люминесцентных ламп. Ну и там в десятки раз выше, чем у ламп накаливания. Ну вот на основании этого же материала были созданы не только светодиоды, но и лазеры. Вот они вот в DVD, например, используются. Значит, и зеленые лазеры. А вот сейчас появились сообщения, что на основании этих и даже до красного диапазона. Вот еще я хотел бы сказать пару слов про транзисторы на галлиум. Вот оказывается, этот материал очень хорош и для транзисторов. Хорошим тем, что, оказывается, такие транзисторы оказываются значительно более мощными по сравнению с арсенид-галлиевыми транзисторами. Я имею в виду полевые транзисторы. Значит, где они могут найти применение и находят применение? Ну, они находят применение для генерации частот герцового диапазона, что интересно для, вот, например, станций сотовой связи и для радиолокации, вот, для антенн с фазированной решеткой. Да? Ну вот какие там проблемы остались и перспективы у этой технологии? Ну, проблемы остались следующие, что вообще сейчас нужно добиться поднятия плотности пороговых тока в светодиодах с сохранением коэффициента полезного действия. Это позволит уменьшить размер светодиодов, а следовательно удешевить их. Второе – это удешевление продукции. Чтобы все-таки лампы более широко использовались, нужно, чтобы они стоили не 1000 рублей, ну а хотя бы несколько сот. Второе – это, значит, изготовление недорогих и качественных подложек. Ну, давайте я об этом говорить не буду. Значит, перспектива. Ну, перспектива понятная. Это полный переход на диодное освещение. Он, вероятно, в ближайшем будущем осуществится. Значит, широкое распространение галлия-N транзисторов, в том числе в сотовой связи. Вот. И, вероятно, создание ультрафиолетовых лазеров. Ну, они интересны с точки зрения медицины. Можно обеззараживать воду, воздух с помощью просто очень маленьких компактных устройств. Ну вот, давайте я на этом завершу, чтобы оставить время другому докладчику. Если какие-то есть вопросы, я попробую на них ответить.